Частный предприниматель отхватил землю недалеко от ТЮЗа по заниженной цене. 1500 квадратных метров ему предоставил город под капитальное строительство кафе. Вместо этого он поставил времянку, зарегистрировал ее и получил право на льготный выкуп. По данным прокуратуры, ущерб составил более 5 миллионов рублей. Сейчас дело передали следователям. Они должны оценить в том числе и действия отзывчивых чиновников, которые оформляли документы. Красноярский тренер по борьбе Габриэль Еприкян спас женщину на коммунальном мосту. Накануне он ехал на турнир Ивана Ярыгина и увидел, что на перилах моста лежит человек. По словам тренера, он тут же остановился, незаметно подбежал и выдернул ее с ограждения на тротуар. После этого Габриэль отвез женщину до дворца спорта и передал полицейским. Что побудило ее так рисковать, рассказать она не захотела. Злоумышленники в масках избили предпринимателя, который занимается малоэтажным строительством. Все произошло поздно вечером. Преступники на двух машинах без номеров подкараулили жертву на улице, избили его битой и пытались затолкнуть в багажник. Но спугнули прохожие. Бандиты сбежали, забыв свой спортинвентарь. Полиция ищет налетчиков. Банкиры из Назарова решили публично унизить свою должницу и в подъезде ее дома наклеили объявление «Я так беден, что не могу платить свои долги. Пожертвования принимаю в своей квартире». А в дверь квартиры они вставили бумагу с персональными данными и картинку взлома с похищением ценных вещей. Этот креатив ниже плинтуса суд оценил в 50 тысяч рублей штрафа. Банкиры пытались дважды его оспорить, но в итоге решение осталось в силе. Новый кроссовер «Москвич» может появиться в продаже в Красноярске уже в феврале. Поставки планирует завод-изготовитель. Цены на заменитель немцев и японцев начинаются от 1 миллиона 900 тысяч рублей на стандартный автомобиль и от 3,5 миллионов на электровариант. Из российского в паркетнике только название да пара мелких деталей. Остальное китайского происхождения, пишут автомобильные издания.